В Твери начнется пуск тепла. Сейчас завершился последний этап гидравлических испытаний тепловых сетей города. Всего с мая по сентябрь ремонтные бригады устранили 415 повреждений. На некоторых работы продолжаются до сих пор. Первым отопление в Твери подключат в учреждениях образования и здравоохранения. С 23 сентября начнется пуск тепла в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. А уже с 26 сентября отопление начнет поступать в жилые дома. Пуск займет 5-6 дней и завершится к 1 октября. По плану, графику проведения работ в первую очередь устраняются повреждения на участках сетей, питающих учреждения социальной сферы. Они должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки.